Здравствуйте, дорогие дамы и господа! С Днем театра! Сейчас мы с вами находимся в прямом эфире на канале Московского музыкального театра «Геликон Опера». И приветствуем всех, кто подключился к нам в эти минуты, а также тех, кто находится здесь с нами, в прекраснейшем зале белоколонном княгини Шаховской. Коротать таинственную ночь лучше с мудрым и остроумным человеком мы выбрали в компанию Александра Николаевича Островского. Порой даже не верится, что великий драматург жил и творил в XIX веке. В 21-м столетии мы продолжаем находить себя в его героях, а также говорить цитатами из его пьес. «Берешь ты чужие деньги, а отдавать-то свои приходится. Что надо – нет, чего не надо – много». А уж фраза «последние времена» по всем приметам «последние» сегодня стала мемом. Островский писал про свое время. А читаешь, вроде бы ничего не изменилось. Вот, послушайте. «Наш век – век по преимуществу легкомысленный. Все молодо, неопытно. Дай то попробую, другое переменю. Переменять легко. Вот возьму и поставлю всю мебель вверх ногами. Вот и перемена. Но где же, я вас спрашиваю, вековая мудрость, вековая опытность, которая поставила мебель именно на ноги?» Так давайте же вспомним вековую мудрость нашего народа вместе с Александром Николаевичем Островским. Но прежде чем будет дан старт наступлению самой таинственной ночи в году, прошу взойти на эту сцену творцов, чьи имена неразлучно связаны с Островским. Прошу приветствовать художественных руководителей московских театров. Евгений Марчелли, Театр Моссовета. Антон Яковлев, Театр имени Гоголя. Дмитрий Астрахан, Школа современной пьесы. Егор Перегудов, Театр Маяковского. Сергей Газаров, Театр сатиры. Марина Брусникина, Театр практика. Ну и, конечно, давайте поприветствуем того, без кого эта ночь была бы тиха и холодна. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. Александр Владимирович, вам слово. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, первый раз мы представляли, что без меня была бы холодная ночь. Это, конечно, очень лестно, но добро, коли так, если это ночь театров. Я от имени всех наших замечательных коллег, которые присутствуют здесь и которые сейчас находятся на своих площадках, вас всех поздравляю с Всемирным днем театра и с нашей традиционной, уже отмечающейся 11-й раз, ночью театров, когда есть прекрасная, уникальная возможность прийти в театры не как обычные зрители, а действительно попасть в театральное закулисье, увидеть эксклюзивные специально подготовленные программы. И само собой разумеется, и любите ли вы театр, любите ли так, как вы, люблю его я, узнать что-то новое о театрах, особенно когда мы имеем уже такого прямого контакта с теми мастерами, которые каждый день занимаются этим благородным делом. У нас в Москве, только в нашем департаменте, более 100 театральных и концертных площадок, а если мы добавим еще сюда 13 федеральных театров, десятки частных театров, то мы можем точно
с вами сказать, что Москва является театральной столицей. Тем более у нас действительно находятся и наши замечательные театральные школы. Мы действительно лидер театрального образования. Я сейчас говорю не только про наши замечательные вузы, такие как школа-студия МХАТ, Щукинское училище, ГИТИС и так далее, но и про огромное количество творческих лабораторий и направлений, которые у нас есть в наших школах, в наших колледжах. Это действительно потрясающая основа для дальнейшего развития театрального дела, потому что сегодня там учатся ребята, которые через 10-15 лет займут места на сцене, и которые станут продолжателями того театрального рукопожатия, о котором мы все с вами прекрасно знаем. Прошедшие годы у нас для театров были городских очень непростыми. Я думаю, что вы тоже понимаете, когда у нас случилась пандемия, нам пришлось принимать беспрецедентные решения. Впервые в истории нашего города и нашей страны нам пришлось театры закрыть. Так получилось, потому что даже в самые трудные моменты, в самые трудные испытания, даже в годы Великой Отечественной войны, в 1941 году, когда враг стоял под Москвой, у нас все равно проходили концерты, играли спектакли, и есть замечательные кадры хроники, как бойцы прям заходят в театр и прямо из театра идут дальше на фронт. И наши театральные бригады московских театров, они, конечно, посещали все направления военных действий. К сожалению, некоторые бригады даже были, попадали в окружение, и судьба их была печальна. Но так, чтобы театры московские не работали, такого не было никогда. И когда это случилось, то понятно, что это для всех стало таким событием неожиданным, экстраординарным. И я благодарен и коллегам, которые здесь присутствуют, и тем, кто сегодня находится у себя в театрах. Конечно, потребовалась большая работа, потому чтобы вот этот сложный, трудный период плавно, грамотно провести все необходимые мероприятия. Конечно, мэром Москвы были приняты решения о выделении очень серьезной финансовой поддержки, потому что понятно, что надо было нам театры, они не работали, а те деньги, которые поступают за счет не бюджета, а за счет ваших билетов, они, конечно, составляли существенную долю у нас финансирования. Где-то у нас, так чтобы вы понимали, 50-50, у нас это половина, это то, что дает городской бюджет, половина наши театры зарабатывают сами. И когда, конечно, эта возможность, она исчезла, то, само собой разумеется, нам потребовалось проводить интенсивные инвестиции, но они были бы ничто, если бы наши театральные творческие коллективы, они бы все это время, все эти месяцы вынужденного простоя не поддерживали себя в форме, не продолжали заниматься. У нас появились такие новые формы, как онлайн-репетиции, то есть когда у нас то, чего мы вообще никогда не представляли. Кстати, здесь у нас, на этой площадке, здесь в Геликоне мы проводили интереснейший эксперимент. Вот тот самый канал Геликона, о котором мы сегодня слышали, он и появился как раз в тот момент, потому что действительно, а как еще нам можно было взаимодействовать с аудиторией? И сегодня мы можем сказать, что мы очень достойно прошли все эти испытания. Театральная жизнь столицы полностью восстановилась. За прошлый год нас театр посетило 5 миллионов зрителей. Это очень хорошая цифра. И я думаю, что вы сами могли наблюдать, везде аншлаги, билетов не достать, особенно в любимые прославленные театры. И это очень, конечно, здорово, потому что мы уже можем на тот этап смотреть как на историческое событие, а сегодня радоваться возможности встречи с нашими замечательными артистами, режиссерами, постановщиками. Но беда не приходит одна, и у нас, закончив одно испытание, мы оказались в другом таком цикле, очень недружественном нам, потому что, конечно, вы должны понимать, для театра очень важна эта гастрольная деятельность, это возможность общаться с коллегами, и у нас многие наши театральные исполнители и артисты, они имели гастрольную активную повестку и за рубежом в том числе. Ну и, само собой, как вы понимаете, когда началась эта истерика русофобии, вот эта вот культура отмены, как ее называют, который на самом деле ничем другим не является, как просто отсутствием культуры у тех, кто это заявляет, то, само собой, у нас нарушились гастрольные графики, у нас нарушились многие планы. И, тем не менее, я думаю, могу вам сказать, что наши молодцы, все наши артисты, наши коллективы, все очень справились с этой ситуацией. Хотя, конечно, было очень много неприятных моментов, когда наших выдающихся деятелей искусства подвергали обструкции, гонениям за преданность Родине, за то, что люди не хотели отказываться от верности своей стране. Ну вот я, например, приведу пример. Вот у Владимира Тодоровича Спивакова отобрали скрипку Страдивари, причем совершенно цинично, нагло, хотя она у него в пожизненном владении вообще-то была.
Просто приехала полиция и изъяла, вот потому что он отказался осудить свою страну. Ну, слушайте, это их проблема, их убожество. Вот. При этом мы прекрасно понимаем, они кого хотели-то этим уязвить? Спивакова? Ну, конечно, неприятно, но, с другой стороны, убожество, оно же очевидно от ситуации. И поэтому, тем не менее, мы смогли перестроить наши графики, участвовали все. У нас есть очень хорошее направление. Мы провели порядка 60 мероприятий за рубежом в прошлом году, несмотря на все вот эти трудности, хотя нам не давали самолеты, специально блокировали выезды, специально не давали виз, разрешения на перелеты, когда у нас шла история с необходимостью транзитных рейсов. И тем не менее, 25 стран, 60 выездов и гастролей – это, я считаю, очень хороший результат, потому что, конечно, нам очень важно, чтобы наша отечественная культура, искусство присутствовали в мире, помогая и укрепляя наши связи с нашими друзьями и противодействуя деструктивной деятельности наших оппонентов. Ну и, само собой разумеется, наша собственная деятельность в Москве. У нас в прошлом году 270 премьер состоялось наших московских театров. Это огромное количество. Эта цифра, она может, как бы, сказать, ну что там, много, мало, как это понять. Самое главное, вы понимаете, что у нас каждый театр тут в среднем по 2-3 премьеры у себя на площадке показал. Что это значит? Это значит, что активно работает труппа, активно работают творческие силы, постановочные, костюмерные, ну, все цеха. Уж я не говорю о возможности реализовать себя режиссером самых разных направлений, самых разных жанров. Потому что, когда я говорю про наши театры, у нас огромная линейка. У нас в Москве театры любой направленности, любого интереса. Это там, начиная от оперных и балетных театров, то есть оперный театр, где мы находимся сегодня, и заканчивая театром с кошками Куклачева. Это тоже театр, и очень, кстати, популярный. Дорогие друзья, и поэтому сегодня, ну, сегодня у нас день рождения, мы так к этому относимся, Всемирный день театра для нас такая праздничная ситуация, но в такие дни обычно как бы там, ну, именинникам дарят подарки, у нас все наоборот, мы дарим подарки вам, и, конечно, нам очень приятно, что вы приходите, поддерживаете, потому что сегодня я вот упоминал про ситуацию, связанную с теми сложностями, которые есть. Вот есть такое понятие, вот вам любой из стоящих здесь коллег скажет, что невозможно в театре работать в том смысле, как это предполагает трудовой кодекс. Вот есть понятие «служить театру». Служение театру – это наша традиция. Она, кстати, очень трудно переводима на иностранный язык, коллеги там не очень понимают, в чем разница. Она есть. Я вам могу сказать, что за прошедший год наши артисты 150 раз выступали на Донбассе, в госпиталях, в воинских частях, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. У нас был концерт, который проходил в 100 метрах от линии боевого соприкосновения. И это, вы понимаете, невозможно делать, работая в театре. Это может быть только служением театральному искусству и своей родине. И я считаю, что те люди, которые это делают, а это практически все наши театры. Кстати, сегодня у нас театр, вот мы сегодня с вами здесь, а сегодня днем у нас артисты выступали в госпиталях, где наши ребята проходят лечение, реабилитацию. Вот 10 дней в рамках Дня театра у нас наши театры распределились по госпиталям, и в каждом госпитале давали выступление. Это очень нужно. Я вот сам был в госпитале, поверьте, там действительно это очень нужно и очень необходимо, чтобы ребята чувствовали, какое к ним внимание за те подвиги, которые они совершают. Не только воинское, не только там награды, ордена, но и что такое внимание к ним со стороны творческого цеха. И естественно, что когда вот я говорю об этих фактах, я считаю, что это достойные продолжатели творческого подвига вот тех, о которых я говорил, фронтовых бригад московских театров, которые в годы Великой Отечественной войны несли творчество в боевые порядки. Поэтому я, пользуясь случаем, хотел сказать им всем спасибо, огромное вам спасибо, тем более и сейчас наша бригада находится там, на Донбассе, мы с ними в контакте, естественно, дай Бог, чтобы все было хорошо, чтобы у них количество летчиков, количество взлетов равнялось количеству посадок. Но это все такие вещи, они нужные, правильные, но все-таки у нас сегодня праздник, поэтому, дорогие друзья, я вас призываю, ходите в наши театры, любите наши театры, у нас есть что посмотреть, нам есть что показать. И, конечно, очень важно, чтобы мы чувствовали эмпатию зала, нам очень важно, чтобы
была обратная связь. Собственно, для кого мы все это делаем? Это же делается не для себя, не для самих себя любимых, это делается для зрителя. И я рад тому, что у нас некоторые театры имеют, знаете, свою стабильную, проверенную аудиторию, которая ходит годами, люди разбираются, ходят на определенных артистов, на определенные составы. И это очень правильно. Вот я хотел бы, чтобы такого зрителя у нас таких было побольше, которые ходят не только на спектакль, но еще выбирают составы. Вот это высшая степень, я считаю, погружения в театральное искусство. И, конечно, нам было очень приятно, чтобы таких зрителей было побольше. Ну и, само собой, разумеется, нам очень важно, мы очень бы хотели, чтобы к театральному искусству приобщалось наше молодое поколение, и как показывает сегодня практика, да, у нас все наши детские театры, это просто полный аншлаг, у нас сегодня детская программа уже завершилась, 1500 ребят у нас побывало сейчас на наших театральных детских программах в рамках нашей акции, но нам очень хотелось бы, понимаете, тут невозможно быть назидателем, тут невозможно быть каким-то догматом, поэтому очень важно, чтобы, допустим, вы ваших детей приводили в театр вместе с собой, показывая, в чем разница, и объясняя, что никакое визуальное вид искусства там, в интернете, там, в телевидении никогда не сможет по своим эмоциям заменить то, что дает театр. В этом его уникальность и в этом его вечная перспектива. Дорогие друзья, и так уже много говорю, в общем, надо звука заканчивать, а то как-то коллеги скучают уже сзади. Да. Кстати, я вас поздравляю! Добро пожаловать в Геликон оперу и на нашу ночь театров. А вам всего самого хорошего, здоровья, благополучия, здоровья и только хороших новостей. Все трагедии должны быть на сцене. Пусть у вас в жизни будет хорошо. Поздравляю! Я понимаю, что ночь незабываема со мною, но все-таки вы нам подскажите, наши дальнейшие действия-то какие? А то коллеги-то вышли, у них там тоже свои там, да, программы. Я могу много рассказывать здесь, заполняя паузу. Так вот, да. Ладно, расскажу анекдот. Сегодня мы были с утра, ну правда, заполняя паузу, что надо... Обучай примером. Мы сегодня утром с Сергеем Семеновичем ездили в театр эстрады Геннадию Ильичу Хазанову. Потрясающая площадка, вот она вот-вот уже откроется, я думаю, что вы приходите, там, конечно, ну, совершенно другое пространство, хотя оно сохранило всю свою историческую аутентичность, современные отличные условия, и там был Лев Валерьянович Лещенко, и Федор Добронравов был, и потом, они, когда уже так уже было неформальное общение, Лещенко сказал, что такое театральное признание? Это не звание, это может быть, там, быть народный, заслуженный. Говорит, я вам расскажу, как это было у меня, как я понял, что такое настоящая народная любовь к артисту. Ну, Лев Валерьевич рассказал, что на этой сцене получал премию Ленинского комсомола в 70-м году. Мы так все, конечно, крякнули про себя, вот, посчитав, да, сколько лет назад это было. И он говорит, вот в то время, когда я получал эту премию с ансамблем «Песняры», ну, была система, она была система филармонии, и ездили все даже выдающиеся артисты, выдавалась разнарядка, и они там за ставку должны были отработать концерты, неважно где, в колхозе, на заводе, это не обязательно где. И вот, говорит, один раз забросила судьба в таком сборном концерте, что он молодой популярный артист, ну, плюс, естественно, еще есть там мэтр в этом коллективе, который ехал, говорит, какой-то совершенно там зима, холодрыга страшная, какой-то вот такой колхоз, дом культуры, ну, в общем, без удобств. Знаете, как говорят, все удобства во дворе, а двора нет. Вот. И говорит, ну, говорит, прям есть необходимость, а никаких условий. И вдруг я смотрю, ведро стоит в углу. И я так настроился, говорит, ну, вот же выход из положения, да. Но только я буквально на него наметил, вдруг выскакивает какая-то уборщица, такая бабушка, говорит, вы что себе позволяете, товарищ? Молодой человек говорит, а что такое? Это для Кобзона. И тогда, говорит, я понял, что такое народная любовь и признание. Да. Да. Спасибо, Александр Владимирович. Слово предоставляется Евгению Марчелли. Прошу вас. Добрый вечер. Я очень коротко. Я очень хочу поздравить зрителей. Причем я же понимаю, что вы не просто зрители. Вы те зрители, ради которых, собственно, мы живем и мы работаем. И вы создаете ту самую фантастическую ауру, которая нас питает и нас возбуждает на творчество. Спасибо вам огромное. Сегодня ваш праздник. С Днем театра. Спасибо.
Слово предоставляется Дмитрию Астраханову. Вы знаете, спасибо, что вы здесь, спасибо, что вы любите театр. Что могу вам пожелать? Чтобы вы, приходя в театр, все-таки получали удовольствие. Спасибо. Егор Перегудов, вам слово. Тут сейчас на ускорение пошло. Тут через стенку театр Маяковского в 10 часов начало. Я не знаю, что здесь, значит, предполагается. У нас предполагается большая встреча. Кто успел и кто не успел, приходите через стенку к нам в театр Маяковского в 10 часов. Спасибо. Спасибо огромное. Слово предоставляется Марине Брусникиной. Я тоже хотела воспользоваться ситуацией и позвать всех в театр «Практика», зрителей «Геликон» оперы, в театр современного текста. Приходите к нам, мы тут недалеко. Спасибо огромное. И Сергей Газаров. Мы не через стенку, но самый большой театр в Москве, сатира, поэтому, пожалуйста, милости просим. Но я хочу сказать удивительную вещь. У нас сегодня не просто праздник, Международный день театра. У нас сегодня фантастический день, потому что Вера Кузьминична Васильева именно сегодня отмечает 75-летие работы в театре сатиры, актрисы. Я вам желаю такого же долголетия и счастья. Огромное спасибо всем вам за теплые и добрые слова. Аплодисменты, дамы и господа. Спасибо. И еще раз примите наши поздравления с не просто днем, а теперь и с ночью театров. Спасибо вам. Также приветствуем зрителей, которые продолжают к нам подключаться. Еще раз напомню, что мы находимся в прямом эфире на канале Московского музыкального театра «Геликон Опера». Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в чате, ставьте лайки, нам будет безумно приятно. И мы продолжаем наш сказочный вечер, посвященный великому и непостижимому русскому драматургу Александру Николаевичу Островскому. Нас ждет уникальное представление по мотивам гениальной оперы «Снегурочка» Николая Андреевича Римского-Корсакова, созданная артистами Московского музыкального театра под руководством Дмитрия Бертмана. А либретто для этой оперы, если вы еще не догадались, написал Александр Николаевич Островский. Желаем вам ярких впечатлений и никуда не переключайтесь. Мы начинаем! Нет ничего страшнее и восхитительнее сказки, какой бы ни была ее развязка. А та, что мы расскажем этой ночью, откроет истину. Жизнь без любви всегда бессмысленна. Серебряной росой
красою брызнет нет, и дышит цветик неуловимым запахом весны. Конец зиме пропели петухи, весна красна спускается на землю, полночный час настал.
все же я люблю полуночные эстрады. Будить от сна мне любо могучую природу и звать из недр земных таинственную силу несущую обели неприхотливых жить для радости и любви. Обогревать мне любо угрюмую страну беспечного народа для праздников и игр. Мне любо убирать их рощи и кусты. Идет молва о том, что будто солнце собирается сгубить Снегурку, только и ждет того, чтобы заронить ей в сердце лучом своим огонь любви. Тогда спасенья нет Снегурочки. Ярило сожжет ее, испепелит, растопит. Не знаю как, но умертвит. Доколе ж младенчески чиста ее душа, не властен он вредить Снегурке, и что манит ее покинуть терем родительский, и что у Берендеев завидного нашла? Людские песни. Oh!
песни Леля, и речь его обман, личина, правды и чувства нет под ними, то лишь в звуки одетые палящие лучи. Толкуют все, что есть любовь на свете, что девушке любви не миновать. Снегурочка не ведает, что за слово сердечный друг и что такое милый не ведает. И слезы при разлуке, и радости при встрече с милым другом у девушек она видала, но откуда ж берут они и смех, и слезы, право? Додуматься Снегурочка не может.
Ой, слушай, Снегурочка, со мною ты порадуйся. Цветочки собирала раз в лесу, на красной горке я. Навстречу молодец идет, красен кудряв, что маков цвет. Хорош прибуш, суди сама. Снегурочки другое, с людьми пожить. Подружки нужны ей, веселые, до игры до полночи, весенние гулянки, до горелки. Весенних песен.
Снегурочку увидев, мисс Гиль забыл свою купаву тотчас. Без памяти влюбился молодец в Дитя Мороза и весны и молвил: «Не знаешь ты цены своей красе. По свету я гулял торговым гостем. На пестрый базар мусульман заглядывал. Со всех сторон красавиц везут туда армяне и морские разбойники. Но красоты подобной на свете мне встречать не приходилось». На теплом синем море у острова Гурмиза, где волны хлещут пену, а камни скал прибрежных, там на дне морском жемчуг ценный есть. Водолазов я посылал на дно, одно зерно достали мне венцах царей, такого нет. Со мной смиряться хочешь, зерно полцарства стоит. Возьми бесценный жемчуг, а мне любовь отдай. Снегурочка решает: пусть погибнет, любви одно мгновенье дороже ей годов тоски и слез. И просит мать весну любовью поделиться. Мольбы твои. Великими дарами могу тебя утешить на прощанье. Последний час весна с тобой проводит. С рассветом дня вступает бог Ярила в свои права и начинает лето. Чего тебе не достает? Любви. Завидно мне чужое счастье мало. Хочу любить, а слов любви не знаю. И чувства нет.
Пришла к Снегурочке любовь девичья. Смешно само и стыдно. Берегла какое-то сокровище, не ведая, что все, что есть на свете дорогого, живет в одном лишь слове. Это слово — любовь. Блаженство и любовь.
очах огонь, и в сердце, и в крови, во всей огонь. Снегурочки, печальная кончина и страшная погибель Мезгиря тревожить нас не могут. Солнце знает, кого карать и миловать. Свершился правдивый суд. Изгоним же последний стужи след из наших душ и обратимся к солнцу.
Thank you.